Наш мобильный репортер на этот раз отправился в 6-й микрорайон, где в рамках проекта «Твори добро, видное» для жителей был организован праздник. Назвали мероприятие «Музыка лета», и не случайно все в нем было под музыку. Игры с детьми, конкурсы, танцы и, конечно, песни. Где без спроса ходят гости, где нет зависти и злости, милый дом. Участвуя в танцевальных мастер-классах, все желающие могли научиться новым интересным движениям. Кстати, охотников потанцевать было немало, и среди них не только вездесущие детвора, но и взрослые. Танцевали чуть ли не весь день, и даже заход солнца никого не остановил. Напротив, вечерний приглушенный свет добавил изюминку. Также на протяжении всей программы для родителей действовала лотерея, где можно было выиграть подарки и сертификаты. Ну а где и когда пройдет следующая программа проекта «Твори добро, видное», организованного при участии одного из членов Торгово-промышленной палаты Ленинского района, можно узнать из социальных сетей.